Есть вопрос от Александра. Динамику нагрузок на велосипеде расскажите, Светлана. И также беги или еще что-то в разрезе динамики чистых дней. Легче и больше нагрузка вот сейчас идет. И потребность, вот дописывает, да, Саша. Потребность, да, потребность больше, потому что энергии становится больше, и ты понимаешь, что тебе нужно ее куда-то нужно деть. Вот. И поэтому потребность, конечно, больше, динамика какая. Ну, я не могу сказать, что прям как-то сильно изменилось, но у меня, когда нет ветра, потому что в ветреную погоду очень тяжело кататься, когда нет ветра, то я от 30 до 60 километров как бы с удовольствием прокатываюсь, если у меня есть время и нет ветра. Вот. И дополнительно какие-то упражнения ввожу, если у меня, опять же, есть время, потому что очень загруженный график. И сейчас вот я осваиваю потихонечку гвозди.